подружились? Да. Потрясающе. Великий боксер, великий, что здесь встретились. Поговорили, похохотали, провели спарринг, встречу. Расскажите нам про Америку. Наверняка вам предлагали там остаться. Да никто мне никогда не предлагал, потому что я ярый коммунист был. Я остаюсь. А вот тогда вам по-настоящему хотелось там остаться или не хотелось? Упаси Господь. Теперь жалеете, что не поехали никуда? Во-первых, я не знаю, как вообще там люди живут, наши сумасшедшие, которые туда уехали. Россия – это такая страна, что она не отпускает от себя надолго и далеко. Я так думаю. Даже сейчас мысль о том, что он мог бы тренировать американцев, которые побеждают русских, невыносима для Алексеева. Но тренировать своих ему не доверили. Непобедимый чемпион Василий Алексеев прямо с помоста Олимпиады 80 ушел в никуда. Ему было 38. 10 лет самый сильный человек на планете жил на зарплату жены. И даже однажды сказал ей: «Потерпи еще немного. Либо я выберусь, либо покончу с собой в шахте, и вы получите за меня страховку». Главной поддержкой для богатыря и в годы трупы, и в период гонений была жена, Липа. Она всегда в него верила и терпела, даже когда было совсем не в моготу. Когда прославленного мужа уволили из шахты и в придачу лишили маленькой надбавки за занятия с группой физкультурников. Алексеев, словно обидевшись на весь мир, долгое время жил очень закрыто и вообще не подпускал к себе случайных людей.